Доброе утро всем, друзья. С вербным воскресеньем вас. Вот какая благодать. Вот какая благодать. Очень много народу. Дети. Погода чудесная. Просветление, горы видны. Юлечка сменила имидж. Мне так нравится ее новая прическа. Ей очень хорошо. Так вот еще нужно поделать. Да, объемчик. Да, пришла кудряшечки. К маме мнение спросить, как сделать. Вот она мне подсказывает. Мне нравится. Мне нравится. На весну самое то, да? Модненько, модненько. Прям волос. У нее волос сам по себе от природы очень хороший. У меня, у моей бабушки родной, по папиной линии, вот такие были волосы. Вот здесь было очень густо. Очень густо. И цвет волос, вот этот пепельный, это вот от бабушки у Левы, у Юли. Вот такой цвет волос. Ой, тут еще у тебя влажные они даже. И бабушка, баба Нюра всегда носила гребенку, потому что волос вот был вот такой густой, и она всегда такую гребенку большую, прямо вот такая. Вот так вот от делала, уха вот до так. Уха, да, и она всегда гребеночки волосы держала. Угу. Ну хорошо, мне нравится очень. Лишь бы тебе было прекрасно. Мне удобно. Удобно, ну и... Уж лучше, чем с пучком-то. Отлично, отлично. Да, да. Да. Современнее, современно, стильно, накрашено, нормально. И нормально. Цвет хорош, накрашено хорошо. Давай, собирайся. Сегодня вербное воскресенье, пойдем погуляем. Да. Лилии какие интересные. Уже распускаются лилии. Я тоже очень интересный. Девочку сходили, подстригли. Ребята, стою на балконе, пришла. Из парикмахерской с Лёвой. В общем, получилось так. В WhatsApp, в инициативной группе по нашим домам, одна женщина написала, что давайте как-то ликвидируем Махмуда, потому что мой мальчик его боится, и мне не нравится, что я живу на втором этаже, и он все время лает. И, в общем, создалась инициативная группа. Одна девочка здесь начала бегать. Сначала она пыталась его увести. И как раз получается все, что мы выходим из подъезда. И в это время вот весь этот кипиш. Первый раз мы вышли с Левой, это когда он заболел. Мы ехали из поликлиники. Она уже одела его, на него какой-то поводок от маленькой собачки, затянула на горле. Перемотала всю морду ему тряпками и пыталась на машине куда-то увезти. Ну, ничего не получилось, потому что он никому не дается. Вот. Он сразу оскаливается, если к нему начинаешь его трогать. И так предупреждает, как бы укусить. Ничего не получилось. Пришлось этот поводок обрезать. И он на следующий день его кое-как снял с себя. Но они не успокаиваются. И все, прошла вот неделя. И сегодня вербное воскресенье. Мы опять выходим с Левой. Идем. Стоят, вот эта девочка стоит, значит, мужчина стоит, стоит женщина, плачет. И она мне говорит, смотрите. И Махмуд лежит под машиной. В общем, в него стрельнули, поставили укол. Собрали какие-то средства на то, чтобы увезти его в ветлечебницу, там поставить все прививки и затем увезти его в приемник, в приют, куда-то очень далеко от города. Мне так жалко его. Вот и не поймешь, что лучше.
Или собака побегала здесь, накормленная, сытая, по своей привычной территории. Вот. Потому что он бы не был как бы бездомным. Он жил на стоянке, узнал свое место. А теперь он проснется. Посторонние запахи, он неизвестно где. И просто будет доживать и страдать. Ну вот, ребята, пришла Юля. Я вообще не знаю, что ты плачешь. Наташа мне сегодня вот скинула сообщение. Успокаивает меня, я не могу успокоиться. Сейчас включу, мам, успокойся. Так жалко. Сделал свое дело, прекрасно он заснул. Отвезла я его в клинику. Его, чтобы не вводить второй раз под наркоз, ему сейчас сразу сделают кастрацию. То есть кастрацию, потом глаз этот посмотрит, его прощупают, проверят все. Возьмут кровь на анализ. Что еще? Ну, обследуют, в общем говоря. И все, благополучно он поедет. Мам, в фонд. Перестань где-то плакать. Через 2-3 дня они его заберут. Они сказали, что можно его еще приехать навестить перед тем, как его будут забирать. Отвозить туда. Адреса они фонда не говорят, но фото будут скидывать регулярно, постоянно. То есть отчитываться они будут. Вот такие новости. Вот. Да, я сама надеюсь, что я хуже не сделала. Сейчас еду, переживаю. Вот, ну вроде все нормально, как бы наркоз будет один, больше ничего делать не будут. Ну, будет доживать уже свои дненьки в безопасном месте хотя бы. И с регулярным кормлением. Ну, с кормлением у него проблем не было, он весит 21 килограмм. Такой он хороший, увесистый. Все, так что вот они будут, они скажут, что будут все выкладывать, будут на любые вопросы отвечать, звоните, спрашивайте. Спасибо вам еще раз огромное. Да, я замолчу. Ну... Мам, перестань, прям льются слезы. Че, с ума, что ли, сошла? Ну, тебе просто грустно, что нету, больше нету его, да? Что выходишь и пусто. Просто тоскливо, и надо срочно щеночка. Я вам уже давно говорю, купите собачку маленькую. Никаких собак. Маленькую, все. Собачья. Давай повыбираем. Который как в кино, который так вот раз на крыльце, да? Да, тебе надо о ком-то заботиться. Хорошенький такой, да. Вот, беленький такой вот. Да. Да? Да. Ребята, ну, в общем, Юля вот меня успокоила. И, наверное, мы все-таки купим щеночка. Вот, чтобы мне не было так тоскливо. Я буду с ним гулять. Вот такого хочу. Вот такого. Рассела хочу. Вот такого вот. Маленького, смешного. Такого вот. Всего мышцы такие вот. Чтобы был вот такой, как Махмудик. Мам, все, хватит. Ну все, до свидания. Давай, все. До встречи всем. Перестань плакать. Все, не буду больше.